Всем привет! Привет! Где мы? Ку-ку. Мы на канале Яна Кляйна. И у нас сегодня вот такой, Яна называет его чупа-чупсом. Что это такое? Шнур-поп написано. Какая-то конфета. Ага, смотри. Открывать вот здесь. Мы находимся прямо в центре Австрии, даже не знаем где, между Зальцбургом и Веной где-то. Решили, едем из Германии в Чехию и решили сделать небольшую остановочку, подкрепиться конфетами. Да? Смотри. Вот так оно делает. И ее можно на язык сразу. А ну попробуй. Давай я тебе буду запускать. Это ка-ка-ка. Ладно, давай приступим, что у нас самое интересное. У нас 6 яиц Астерикс и Обеликс от компании Зайни. И она уже открывает. Ой, папа не успевает. А, папа успел. Ну, один, правда, Яна. Давай. Скрывает. Ты показывай нам, какая у тебя игрушка попалась. Нам интересно. Резинка. Как его зовут? Это Астерикс. Да, это. Вот. Резиновый такой Астерикс нам попался. Посмотрим, что внутри там. Да-да. Игрушки. Игрушки у нас еще осталось неоткрытыми. Два с Астериксом и два с Обеликсом. Давай, весь мусор папе. Карате. В другом байкеры ходят. Да. Карате. Ты открыла киндер-сюрприз при помощи карате. Это ты не откроешь при помощи карате. Это только открывать. Помочь? Держи. Доставай, что внутри. У нас резиночка, брелок, Обеликс в штанах. Давай достану. Ты пока открывай следующий сюрприз. Игрушки не очень, да? Да, игрушки, что-то Зайни начал плохие игрушки выпускать. Неинтересные. Ну, кому-то такое тоже интересно. У нас просто очень-очень много уже брелков собралось. Но яиц мы таких никогда не видели. Давай, не будем мусорить. Давай, весь мусор папе. Мусор Яне? Да. А ну-ка. Снова при помощи карате открываем. Видишь, плохо работает карате. Да, какой-то малыш плачет, хочет наши киндеры, наверное. Но если бы он подошел, мы бы отдали бы ему, конечно, да, киндер бы? Нет. Как да, нет? Да, да, да. И вот еще один Обеликс у нас. Опять брелок. Опять брелок, опять резиновый брелок. Вот такой Обеликс. Брошюрка. Яна, открывай, посмотрим, какие еще три брелка нам попадут. Вот этот, да, попался. Вот здесь список, кто может попасться. С картинками. Сразу убираем. Ой,
Яйцо перевернулось. И я. И я. И я. Как белка Сэнди, да? Он кинг, а я бабам. Бабам. Развалился киндер наш. Помочь? На. Держи. Яна. Доставай, что там попалось внутри. Мама. Мама? Да. Вот. Яна говорит, что это мама. Но здесь за это вообще могут арестовать. Да? Не работает карате, совсем поломалось карате. О, яйцо дало трещину. Все, готово. Развалилось очень красиво и аккуратно. Снова мама. Резиночка. И снова мама? Да. И у нас снова Астерикс. Ни одной игрушки. Что же это такое? Давай бумажку. А зачем ты их отрываешь? А, папа всегда на киндер-сюрпризах отрывал инструкцию, оставлял бумажечку на память. Какая коллекция, да, у нас была? Да. И Яна решила так же самое сделать. Яна решила точно так же поступить. Мусор. Я. Давай, шоколад мы положим в нашу сумочку. И потом съедим, сделаем какой-нибудь шоколадный фонтан. Или расплавим. Фигурка! Из мама! Шести яиц одна фигурка попалась. Астерикс у нас. Ух ты. Только его запечатали так, что его не достать. Ку-ку-ку. Вот такой... Маленький-маленький Астерикс нам попался резиновый. И 5 белков, 2 Обеликса одинаковых, один не одинаковый, и 2 Астерикса. Вот такие у нас сюрпризы попались. Яйца к Зайне, да? Да. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока! Яна тут просто засмотрелась на людей.